Только что прошла жеребьевка участников предвыборных дебатов кандидатов в мэры города Новосибирска. Всего в ней принял участие 11 человек. Передача начинается уже завтра, в четверг, и будет продолжаться в понедельник и во вторник, в который все 11 кандидатов выступят в соответствии с законом о выборах. Теледебаты, как принято в странах, которые считают себя демократическими, принято проводить практически перед любыми выборами, особенно перед такими значимыми, как мэры крупных городов. И если кандидат на выборную должность отказывается от участия в дебатах, шансы быть избранным у него, как правило, мало. У нас дебаты как-то не приживаются. Высокое начальство, претендующее на переизбрание, обычно занято на основной работе, посему, как правило, не дебатируют. Тем не менее, на этих выборах нашлось 9 отважных кандидатов, которые согласились принять участие в процедуре. И вот теперь началась жеребьевка на вторую серию теледебатов. Теперь участников будет 11. Кроме тех, кто уже был, Олега Викторовича, Евгения Лебедева, Александра Гультяева, Сергея Бойко, Наталья Пинус, Андрея Токарева, Александр Тушакин, Дарья Украинцева и Дмитрия Халявченко, добавились еще двое – Алексей Крестьянов и Юлия Сапина. Халявченко Дмитрий Сергеевич, дебаты 19 августа, номер 2. Дебаты 15.08, порядковый номер участника 3. Трушакин Александр Геннадьевич, 19-го, номер порядкового участника 3. 15-е завтра. 15 августа, порядковый номер 2. Дата дебатов 20 августа 2019 года, порядковый номер участника 2. Дата дебатов 20.08, порядковый номер 4. Наталья Ивановна Пинус. Лебедев Евгений Владимирович. Дата дебатов 19 августа. Порядковый номер участника 1. Крестьянов Алексей Петрович. Дата дебатов 20.08. Порядковый номер участника 1. Гультяев Александр Васильевич. Дата дебатов 19 августа. Порядковый номер участника 4. Викторович Олег Борисович. Дата дебатов 15.08.2019 года. Порядковый номер участника номер 1. Ну, как обычно. Бойко Сергей Андреевич. Дата дебатов 20 августа. Номер 3 порядковый. Согласно правилам, дебаты пройдут на нашем канале в течение 3 вечеров. Время выхода программы 19.20, так же, как и было. В течение 1,5 часов кандидаты будут излагать свои программы, отвечать на вопросы ведущего и телезрителей, а также задавать вопросы друг другу. Все участники согласились с жеребьевкой, хотя, конечно, попросили и замены. Согласно правилам избиркома, они могут быть произведены с согласия участников и с заполнением соответствующего протокола. Мы хотим поменяться с Бойко Сергеем Андреевичем. Я считаю, что мне опять с Бойко, наверное, не хотелось бы, потому что все остальные присутствующие, они, в принципе, первый раз. Поэтому я хотел бы подебатировать с Дмитрием Халявченко. Напомним, что сами дебаты вы сможете увидеть на нашем канале в течение 3 дней, начиная уже с четверга. Потом будет продолжение в понедельник и во вторник. А следующая жеребьевка пройдет во вторник также на нашем канале в 15.00, как обычно. Это будет жеребьевка уже на 3-ю серию. Напоминаем, что кроме принятых в жеребьевке участия 11 кандидатов, горсберком зарегистрировал еще 6. Это Виктор Казадой, Анатолий Локоть, Сергей Лоскутов, Сергей Проничев, Даниэр Софиулин и Мухаммед Али Хаюрин.